показал вам? Нет. Ну и что? Это ничего не говорит. Ну, это вы не покажите говорит. Свою справку, которая вас освобождает. Покажите. Маску. Смотрите. Вот, очень мало. Карантин в стране может объявить президент Путин, да? Карантин или ЧС. Но этого не было сделано, да? Этого не было сделано. И документы, скажем, не Паха, я тебя выручать пришел. Да. Ни один полицейский документы не предоставляет. Докажите, скажем, что ваши требования в правовом поле. И тогда мы с вами будем говорить в правовом поле. Я уже предлагала. Ребята, неделю назад вы вообще очень некрасиво поступили. Девочку задержали отдельно, поймали ее, выслеживали. Выслеживали девочку, выходя из магазина, ее в УАЗик запихнули. Позор! 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 Полицейский требовал надеть маску, но Павел не стал надевать ее, хотя неделю назад двух человек оштрафовали. Вернее, пока не оштрафовали, составили протокол за то, что они были без маски уже после событий здесь на площади. Вот им сегодня это припомнили сначала Павлу, а потом полицейским прогнали их. В Новосибирске проходит акция в поддержку Хабаровска. Беларуси, ну и условно, под условным названием «Кормление голубей».